Всем снова здравствуйте. Я жду, когда у меня разморозится дрожжи. Хочу хлеб поставить, тесто на хлеб. И на конце концов уже перекрутить мясо. Просила своих мужчин перекрутить, но они не хотят. Значит, придется самой. Ладно, сейчас разморозятся дрожжи. И будем ставить тесто на хлеб. Так, сейчас буду ставить тесто. Прежде чем тесто ставить, я буду просеивать муку обязательно. Многие не просеивают, многие просеивают. Но я всегда просеиваю муку. От этого тесто получается более крышным. Так как у меня просеиваю я кружкой, то просеиваю в обычную миску. Сейчас просею. Как раз дрожжи еще подрастают. И будем ставить тесто с вами на хлеб. Я обычное тесто ставлю. Там на только дрожжи, соль, сахар, потом вода теплая и все, по сути. Можно на молоке, но у меня сегодня молока нет, поэтому я буду чисто на воде делать. Ладно, сейчас просею муку и вернусь. Пока просею муку, хотела бы вот еще ответить на такой вопрос. Так, кто-то пришел. Так, все, поставила тесто на хлеб, накрываю полотенцем. Света сейчас просеивает мне остатки муки. И я ее сразу приберу, контейнер немножко промою. А то что-то такое ощущение, как будто она, знаете, залежалась. И поэтому решили все просеять. Ладно, занимаемся дальше делами.
Так, перекрутили мы фарш. Тут свинина с курицей. Хочу сделать немножко тефтелей. У меня есть отварной рис. С того раза осталось, что мы ели. И вот хочу перемешать. Сейчас сделаю фарш сначала и добавлю, сделаю тефтели на сегодня. Тесто на хлебушек у меня поднималось уже один раз, я его взбивала. И сейчас сделаю фарш, добавлю соль, перец. Все перемешаю. Лук я сюда уже перекрутила. И будем делать тефтельки. Так, друзья, что уже наделала? Сделала это на заморозку. Тефтели у меня получается вот столько вот на заморозку. Один противень я уже сделала. Сейчас приготовлю в духовочке. И помните, я заказывала вот такие вот формы. Я их ополоснула. И сейчас буду наполнять мясом. Для того, чтобы сделать фрикадельки. И вот таким вот образом заполняем их и делаем фрикадельки. Сейчас заполню и покажу. Все, формы заполнила. Знаете, чем удобно? Я могу вот так вот поставить друг на дружку. И много места не займет, даже в холодильнике. Отправляем это в морозилку теперь. Заморозится. Фарш у меня еще остался. Сейчас подумаем, что можно еще из него сделать. А остальное пока отправляем, чтобы не мешалось в морозилку. Так, короче говоря, наделала немножко котлеты. Тут вот три тефтельки получается, остальные все котлеты. Убираем морозилку. У меня еще остался фарш. Сейчас по дочери, по просьбе Мариночки, сделаем ленивые голубцы. Так, все, тефтели залила соусом томатным. Отправляю в духовку. Так, дети у меня решили с тефтельками макароны, поэтому поставила воду на макароны. Я еще нашинковала капусты. Сейчас потушу еще, будет капуста тушеная. Так, все, сделала ленивые голубцы. В этот раз сделала небольшие, чтобы на всех хватило, потому что фарша оставалось мало. Убираем морозилку. Так, закинула я бантики. Дети сказали, сегодня бантики будем. Поэтому готовим бантики. Пишите, что у вас сегодня на ужин. А муж сегодня у меня варил вкусный суп со спагеттими. А мне сейчас надо уже тесто взболтать. Так, все. Хлеб в форму уже положила. Пусть поднимает. Сейчас тефтели достану минут через 5 и поставлю хлеб выпекаться. Отварила уже макарошки. И тушится моя уже капуста. Скоро будет готова. Мои тефтельки уже готовы. Сейчас наложу деткам и покажу, какую порцию каждый ребенок у меня получит. Все, ребята, вкусный ужин готов, аж слюни потекли. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Но у нас сегодня на ужин это тефтельки с капустой и с макаронами. Всем приятного аппетита! Так, испекла первую партию хлеба. Вот такой вот он у меня получился. Вкусный домашний хлеб. Вторую партию уже поставила, выпекаю. Дорогие друзья, вы иногда мне просите показать хлеб в разрезе. Вот, пожалуйста, разрезала. Вот такой вот он у меня получается. Вот корочка сама. Вкусный домашний хлебушек. Сейчас дети попросили с маслом растительным, ну, сливочным сделать. Сейчас сделаем, пусть кушают. Все, ребята, весь хлеб испекла. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я пошла ребятишек мыть в бане. Все, ребята, у нас уже вечер. Всех помыла, сама намылась. Сейчас мужа постригу и отправлю в баню. Я всегда после бани вот так вот делаю, чтобы она укладочка была хорошо. Маска моя любимая закончилась. На другую, а которую у Светы, она мне не подходит, маска для волос. На другую покупать. И вот думаю, ребята, как думаете, покрасится она, наверное, да? Краску надо купить, покрасить волосы. Смотрите, прям и седые волосы даже видны. Перед тем, как в Пермь поеду, надо купить краску белую и прокраситься. Сейчас на парикмахерскую, потому что денег нет. А Машу надо постричь. Ну, Машу хоть так в парикмахерскую я пойду. Ладно, вот такой вот, ребята, у меня был сегодня день. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк, подписаться на наш канал. Всем желаю всего самого хорошего. Всем желаю крепкого-крепкого здоровья. Всем желаю добра много, избыток здоровья и всего-всего самого хорошего. Всех вас очень сильно люблю. Всем пока-пока.